Карманницы работали по классической схеме. Две злоумышленницы отвлекали внимание потенциальных жертв, а третья, рассчитав удобный момент, совершала кражу кошелька или сотового телефона. Пришла, украла кошелек и вышла. Оперативниками была установлена причастность задержанных к трем эпизодам преступной деятельности. Однако не исключено, что их может быть намного больше. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт Г, карманная кража. Всем, кто мог пострадать от действий злоумышленниц, следует незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или звонить по телефонам, указанным на экране. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.